Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Парад победителей, шествие ветеранов, выставка военной ретро-техники и праздничный концерт. В Гомеле отметили День Победы. Не работаешь – плати по полной. С 1 января будущего года трудоспособная, но безработная часть населения Беларуси будет оплачивать некоторые услуги ЖКХ по их 100% стоимости. Преодолеть барьеры. Наталья Каприленко разбиралась, что мешает Гомелю стать городом с равными возможностями для всех его жителей. Это больше, чем просто работа. В честь профессионального праздника репортаж из информационной кухни телерадиокомпании «Гомель». Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Главным событием уходящей недели на Гомельщине, как, впрочем, и во всей Беларуси, стало празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парады победителей, шествия ветеранов, выставки военной ретро-техники, праздничные концерты. И это далеко не полный список мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. О наиболее интересном в материале наших корреспондентов. Этот день для гомельчан действительно особенный. 9 мая – праздник, который объединяет поколения. 5 лет назад в Гомельской области родилась идея провести парад победителей, в рамках которого всем жителям предложили приходить на торжества с портретами своих родных участников Великой Отечественной. Проект приобрел такую популярность, что сейчас его можно назвать всенародным. 9 мая 2018 года его участниками стали тысячи гомельчан. Полковник Александр Толкунов на парад пришел вместе с детьми и внуками. Еще несколько лет назад изготовил портреты всех родных, принимавших участие в Великой Отечественной. Говорит, что парад победителей позволил всем почувствовать себя большой семьей, которая гордится своей историей. Прапрадеду Петру Сергеевичу, он 902 года рождения, а самый маленький, вот сейчас 1,5 года, это мой внук уже, он с 2016 года рождения. То есть вот 114 лет отделяет этих людей, но мы вместе. Вообще детей на празднике в этом году было особенно много. День Победы действительно хорошая возможность воспитать в них чувство патриотизма и гордости за свою родину, а также помочь им собственными глазами увидеть настоящих героев Великой Отечественной, представителей поколения, которое спасло страну. Кстати, участие в параде в Гомеле приняли более 25 тысяч человек разных возрастов. 17 лет мне было. Не призвали, пошел добровольно. Я учился в техникуме железнодорожном. Но мать погибла здесь еще в первые дни войны. Отец в 43-м, и я пошел защищать родину. Мемориал «Вечный огонь» – традиционное место празднования в Гомеле Дня Победы. Именно здесь похоронены красноармейцы, погибшие при освобождении города, а также замученные во время оккупации партизаны и подпольщики. На протяжении всех 838 дней, когда в Гомеле находились гитлеровцы, здесь действовало подполье. Рядом с героическими – страницы трагические. Захватчики уничтожили около 5000 домов, все промышленные предприятия и городскую инфраструктуру. Из 150 тысяч довоенных жителей освободители встречали менее 15 тысяч человек. Сегодня Гомель устремлен в будущее, но он помнит тех, кто отстоял его свободу и восстановил из руин. Теплая погода и насыщенная, рассчитанная на все возрасты, праздничная программа, тематические выставки, кинотеатр под открытым небом, солдатская каша, историческая реконструкция и выставка военной техники. Желающих попасть в Гомельский музей военной славы в этот день столько, что приходилось некоторое время провести в очереди. С учетом праздника работники учреждения сделали исключение для детей. На экспонаты можно было не только посмотреть, но и залезть на них. На танковой броне становилось особенно понятно. Мы победили, потому что были едиными и сильными. Добрая память всем павшим героям и тем, кто еще остался жив тоже. Дай Бог им здоровья. Насколько позволяет здоровье, ветераны стремятся принять участие в максимально большем количестве мероприятий. Для них 9 мая – самый главный праздник, начиная с той победной весны 45-го. Я в артиллерии зенитной служил. Ну, сделали салют. Выпустили несколько снарядов с пушек. Ну и начали праздновать победу. Уже еще не объявлено было по радио. Но
Ну, признали. Так вот было. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Несколько недель подряд журналисты нашей телерадиокомпании знакомили зрителей с историями победителей. С ветеранами Великой Отечественной войны, которые живут рядом с нами. Рассказы этих людей трогательные и глубокие, очень искренние и важные для каждого из нас. Помнить, чтобы жить. В гостях у Аэлиты Самсоновой, ветерана Великой Отечественной, доброй, чуткой и интеллигентной женщины, побывала наш корреспондент Марина Джалы. Мать Аэлиты Ивановны звали также очень необычно – Янина. На фото в семейных альбомах она молодая и красивая. В декабре 1937 года, когда дочери было всего 11 лет, Янину Яновну арестовали. В феврале 1938 расстреляли. Официально реабилитировали только в 1961 году. Аэлита осталась жить с отцом в Орле. Через три года началась война. День был прекрасный, двор у нас был дружный, дети дружили, мы помчались на речку с утра пораньше, а возвращаемся, у нас во дворе уже женщины плачут, слезы, и говорят, только что вот было Молотов, сказал, что началась война. Были уверены, что фашистов не допустят никуда и тут же выгонят их обратно. И первое время, пока до Орла не пошли, ну, уже сразу появились отсюда, с Запада, с Бреста, с Белоруссии, очень много беженцев появилось. И в начале июля вечером, ну, еще светло было, часов 9, и вдруг слышим гул, самолеты, целая армада летит. Мы, конечно, думали, что это наши. Ой, самолеты, самолеты. И вдруг от них точечки отделяются, падают на город, начинаются взрывы. Вот тогда мы поняли, что значит война. Что значит война, да. В 43-м году Аэлиту призвали на военную службу. К этому времени она жила в Ташкенте у своей тети Адели, которую эвакуировали туда из Москвы. Аэлита прошла курсы медсестер и начала работать в госпитале. Медсестрой прошла всю войну. День Победы встретила под Берлином. Бежит рассыльный, девчонки, девчонки, к штабу, а тут уже стрельба идет, что ничего, мы думаем, может, на нас напали, мы бежим к штабу, прибегаем. Начмет выходит, говорит, девочки, кончилась война, сейчас в Берлине Жуков принимает акт о капитуляции от Кейтеля. Наш разговор с Аэлитой Ивановной был долгим. Прощались мы очень воодушевленными. Нашей собеседнице 92 года. А она не только ведет активный образ жизни, каждый день наполняет интересными делами и встречами, но и на «ты» с компьютером и интернетом. Через интернет оплачивает коммунальные услуги, читает новости и по скайпу общается с родными и друзьями, которые у Аэлиты Ивановны живут по всему миру. Марина Джалая, Сергей Лукашук. Новости недели. Начиная с 1 января будущего года, трудоспособная, но безработная часть населения Беларуси будет оплачивать некоторые услуги ЖКХ по полной стоимости. Списки таких граждан сформируют специальные комиссии. Они же будут содействовать в трудоустройстве тем, кто по разным причинам не имеет рабочего места. О том, кто войдет в состав комиссии, какие дополнительные функции на них возложат и кто относится к лицам, занятым в экономике. Интервью с первым заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета Александром Симеоновым. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, кто войдет в состав комиссии и каковы будут основные функции? Возглавлять комиссию будет председатель совета депутата районный. В состав комиссии войдут представители органов по труду, занятости и социальной защите, представители жилищно-коммунального хозяйства, отделов экономики, управления сельского хозяйства, потому что надо учитывать, что многие регионы у нас сельскохозяйственные, поэтому управление сельского хозяйства. Обязательно войдут депутаты всех различных уровней, представители общественных организаций, возможно, представители крупных градообразующих предприятий. Комиссии будут заниматься в основном это вопросами оказания содействия в трудоустройстве, то есть консультативной работой, работой с нанимателями, вот, работой с общественными организациями. Ну а основная доля нагрузки, конечно, ляжет на управление по труду, занятости и социальной защиты, которое, используя активные меры содействия занятости,
будет оказывать содействие в трудоустройстве и решать вопросы трудоустройства граждан. Кроме того, комиссии, конечно же, на них ляжет большая ответственность по тем гражданам, которые окажутся не занятыми и не будут заняты в экономике Республики Беларусь, но у них будут различные трудные жизненные ситуации, или, допустим, люди не работали на территории республики, работали за пределами, работали официально, по договорам, контрактам. Вот, они предоставят соответствующие документы. Так вот, на комиссии будет возложена ответственность определения этих граждан, считать их как занятыми. Я думаю, что те люди, которые в экономике не заняты, уже знают, что им делать дальше. Кто-то будет искать работу, я думаю, наверное, большинство. Но все же, наверное, не лишним будет еще раз перечислить этот список. Основная часть людей, все прекрасно понимают, что если они работают, неважно по какой форме, но работают, то, естественно, они войдут в эти списки как работающие. И тем самым в списки незанятых в экономике не попадут. Но вместе с тем есть другие категории. Мамы, воспитывающие детей. Да, до 3 лет понятно. Вот. Но в настоящем документе указано, что до 7 лет матери, которые воспитывают детей, они также будут исключены из этих списков. То есть, несмотря на то, что они не работают, вот, в экономике не заняты, но они не будут считаться, или вернее, не будут входить в эти списки. Далее очень такие, я не буду рассказывать о широком спектре, да, этих граждан. Например, если человек работал, и с ним расторгли контракт или не продлили контракт, он оказался без работы. Вот. Ну, казалось бы, он сразу попадает, я говорил, списки актуализируются ежеквартально, там раз в полгода формируется, то по этим гражданам принято отдельное решение, что в течение 6 месяцев после того, как они оказались без работы, они тоже не будут входить в эти списки, для того, чтобы люди могли все-таки найти эту работу. Кроме того, очень важный такой момент, как, например, люди, которые имеют свои подсобные хозяйства или свои участки, вот, они в семье определили, что им достаточно, чтобы один человек работал в семье, вот, а другой человек возделывает, например, на своем собственном участке, выращивает продукцию растениеводства. Практически в течение месяца в СМИ обсуждалась история инвалида-колясочника из Гомеля, соседи по дому которого противились установке электроподъемника в подъезде. Возможно ли переводить подобные истории из чисто эмоционального нагнетания в конструктивные идеи по реальному преодолению барьерной среды? Репортаж Натальи Каприленко. Гомельчанин Андрей Антоненко совершенно неожиданно для себя стал очень популярной личностью. И все из-за того, что соседи по дому отказали парню в возможности видеть мир не только через монитор компьютера, но и своими глазами. Историю о борьбе за право установить электроподъемник в кооперативном доме рассказали, пожалуй, все печатные и телевизионные СМИ. Между тем, ситуация с установкой подъемника для Андрея сейчас движется к завершению. Необходимое количество жителей дома дало добро на установку оборудования на первом этаже подъезда. Как грустно шутит сам парень, выйду на улицу по амнистии. Казалось бы, добился желаемого, но сколько сил, нервов и обид оказалось на 3-летнем пути к мечте, знает только он и его родные. Как человек, да, стараюсь быть активным, ну, пока на это силы есть, молод, активная гражданская позиция, то есть стараюсь не проходить мимо чьих-то чужих неприятностей. То есть убежден, что можно решить практически любую проблему. Вопрос только в том, сколько сил на это будет затрачено. Сейчас уже найден спонсор, который поможет в приобретении установки электроподъемника. Жаль только, что в обсуждении этого житейско-коммунального конфликта, который вынес на общественное обсуждение Андрей, не захотели поучаствовать и его соседи. Ведь, возможно, сопротивлялись установке подъемника просто потому, что были уверены, диковинное устройство наверняка перевернет жизнь подъездного коллектива. А может, у них были опасения по пожарной безопасности в доме старой планировки. А вот Николаю Шестаку с соседями повезло больше. Инвалида-колясочника более 6 лет они помогают выносить на руках. И все как один подписались за установку подъемника в своем тоже старом доме. Люди согласны платить сообща за электроснабжение. Но Николай и его мама пока не могут отыскать спонсора, чтобы преодолеть 5 ступеней до свободного передвижения. А ведь семья живет на 1-м этаже. В случае Николая коммунальные службы пока только сделали экспертизу помещения, где можно установить подъемник, и подготовили предприятие. Примерную смету. Но денег в городском бюджете на эту статью нет.
так почти 2 года преодолевает свой барьер к возможности работать и навещать своего ребенка другой молодой гомельский инвалид Юрий Никифоров. У него был какой-никакой пандус, но не было собственного жилья. Меньше года назад молодой человек получил долгожданную квартиру. Тоже, кстати, рассказывал журналистам свою печальную историю. Теперь есть жилье, но надежды на электроподъемник в новом доме нет. Рассчитывать можно только на свои крепкие руки и стремление не сдаваться в преодолении жизненных барьеров. А вот уже совсем другая ситуация. В также кооперативном доме девушка 4-й год на коляске. Специально для нас демонстрирует, как работает подъемник, аналогичный которому установят в подъезде Андрея Антоненко. Механизм, как оказалось, в этом подъезде никому не мешает. Мы написали письмо спонсорам, и они установили нам 3 электроподъемника. 3 девушкам-активисткам организации. У нас председатель ходила по подъездам и спрашивала, да, разрешение. Ну, как бы все, ну, может быть, там пару человек сказали нет, но так в основном все сказали да, согласны. Но даже электроподъемники тоже не решение проблемы безбарьерной среды. Где-то достаточно и пандуса, есть дома старой планировки, в которых по техническим характеристикам вообще невозможно поставить подъемник. А что делать инвалиду-колясочнику, который живет, например, в 5-этажном доме, где нет лифта? Мы поинтересовались мнением людей на улицах, готовы ли они помочь в трудной ситуации человеку в коляске. Я, в принципе, за этих людей. Вот от и до. Я хочу, чтобы у людей были какие-то льготы какие-то, ну, чтобы им, ну, нигде не препятствовали, чтобы не мешали. Им и так жить нелегко. Ну, как если человек живет на этаже и не может попасть себе в дом, почему не помочь соседу, почему не помочь товарищу? Он же будет за это благодарен. Да и вообще, как будет жить рядом с тобой человек, которому ты отказываешь в таком минимуме, как подать руку и подняться там на 2-й, на 1-й, 3-й этаж? Даже у обычных граждан, ну, нету такого желания, как бы, допустим, 20 лет назад у наших отцов, родителей, помощи этим тем же самым инвалидам. В наше время люди очень сильно злые. По отношению к инвалидам можно судить о зрелости общества, о законном праве колясочников на свободу передвижения. Рассуждаем с председателем Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадием Золотаревым. Как вы видите, в чем вот подход такой комплексный в решении этой проблемы? Это жилье какое-то специальное или это все-таки должно быть работа с существующим, да, жильем, с этими же самыми старыми домами, ну какое-то универсальное, возможно, такое решение? Может быть, надо просто искать подменный фонд жилья, находить где-то другое жилье, чтобы он жил в более подходящих условиях. Если там частично какое-то не решается вопрос, опять же, тут надо еще смотреть индивидуально. Но первое решение, это должно быть, наверное, учтено при формировании бюджетов. Вот именно средства на создание условий безбарьерной среды. Сегодня в Гомеле установлены электроподъемники для инвалидов, колясочников можно сосчитать по пальцам одной руки. Кто-то из инвалидов-колясочников продолжает надеяться на помощь, а кто-то не хочет отстаивать свои права просто потому, что считает, что это не имеет смысла. Наталья Каприленко, Игорь Марищенко, Павел Антонов. Новости недели. Каждый из нас живет в информационном пространстве. Мы интересуемся новостями, слушаем и смотрим любимые фильмы и передачи. 7 мая работники радио, телевидения и связи отметили свой профессиональный праздник. Наш следующий сюжет из информационной кухни телерадиокомпании «Гомель», на которой журналисты готовят свои сюжеты и программы. Все в эфирной студии происходит в режиме нон-стоп. Новости, музыка, живая взаимосвязь со слушателями через интернет и даже возможность виртуального путешествия в радиостудии благодаря онлайн-трансляции. Она есть на сайте Гомель.фм, а также в группе радио в социальной сети ВКонтакте. За год количество ее подписчиков выросло в 9 раз, до 23 тысяч человек. Праздничный день, кстати, и реальных гостей в радиостудиях было как никогда много. Например, Юлия Хорошина сейчас работает режиссером на телевидении, а более 20 лет назад радиослушатели Гомельской области впервые услышали ее глубокий, приятный и запоминающийся голос. Скажи мне, Юля, как вообще выглядит рабочий день режиссера? Режиссеров же никто не видит, мало кто понимает, чем режиссер занимается. Я вот по секрету скажу, что у нас в студии по соседству, я периодически слышу, как Юля выходит и командует. Так, теперь все хлопаем, мы снимаем, так, теперь мы меняемся. Расскажи, вот чем твой день наполнен, чем, например, ты будешь заниматься сегодня?
каждый день не похож на предыдущий день. То есть работа режиссера, сегодня один проект, завтра другой проект. Сегодня я могу ехать на съемку утром, а днем уже работать в студии. И вот да, там командовать и говорить, сейчас аплодируем, сейчас улыбаемся и делаем умные лица. Гости сменяли друг друга. На встречу с бывшими коллегами пришла и заведующая сектором подготовки информационных программ Ольга Коновалова. Кроме вопросов о сегодняшней работе и воспоминаний о радийных буднях, предложили снова почувствовать себя радиоведущей. Атмосфера в студиях весь день была радостной и по-дружески теплой. Кстати, поздравить с профессиональным праздником коллектив нашей телерадиокомпании пришли люди, с которыми связывает многолетнее, прочное и плодотворное информационное партнерство. Это гости из Гомельского областного отделения Белорусского фонда «Мира», Союза женщин, освода, Следственного комитета. Впереди новые планы, проекты, новости. Новые интересные идеи и новые люди, которые вдохновляют творить и работать для зрителей и слушателей. В телерадиокомпании «Гомель» в этом году будут происходить значительные изменения. Мы будем переходить в формат вещания HD, поэтому скоро наши зрители увидят картинку высокой четкости. Могу сказать, что количество просмотров наших телепрограмм уже близится к 1 миллиону на видеохостинге YouTube. Мы присутствуем в социальных сетях. Это хорошие площадки для того, чтобы рассказать новости, показать новости, написать эти новости. Могу сказать, что служба информации телерадиокомпании «Гомель» – это круглосуточный новостной портал tvrgomel.by, который работает в непрерывном режиме. Самое главное в работе каждого из нас – реакция слушателей и зрителей. Когда растет количество просмотров и подписчиков, когда звонят с благодарностью за хороший материал, когда из магазинов и автомобилей слышатся позывные родных радиостанций. Это счастье – профессиональное и человеческое. Марина Джалая, Олеся Руденкова, Игорь Марищенко. Новости недели. Далее обзор культурных событий. В картинной галерее Гавриила Ващенко представили графические произведения Сальвадора Дали. 60 оригинальных работ знаменитого испанского художника-сюрреалиста выставляются в Беларуси впервые и только в Гомеле. А в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей прошел заключительный концерт международного хорового Варштата. Современные художественные песни исполнили коллективы двух проект-хоров – из Минска и Утрехта, Нидерланды. Подробнее расскажет Евгения Кухаронок. Сальвадор Дали – художник, который оставляет за кадром все заезженные штампы и в своих картинах отображает совершенно иную сторону предметов и явлений. В графике Дали также используют абсурдные образы людей и животных. И сколько бы зритель ни вглядывался в причудливые силуэты, пытаясь понять, что всем этим хотел сказать автор, выразить определенное мнение не удается. Здесь каждый видит что-то свое. 60 оригинальных графических произведений Сальвадора Дали представлены на выставке «Тайнопись» в картинной галерее Гавриила Ващенко. Почти 3 года понадобилось сотрудникам Санкт-Петербургского арт-центра, чтобы собрать эту экспозицию цветных графических работ. Все они ранее находились либо у частных коллекционеров, либо в галереях Европы и Америки. В Гомеле в 3 выставочных залах разместили литографии из серии «Приключения Алисы в стране чудес», «Кармен», «Далинянские лошади» и «Трилогия любви». Также в экспозицию вошли иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненная в технике ксилографии. Заключительный концерт международного хорового Варштата прошел во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Современную художественную песню гомельчане услышали в исполнении нидерландского хора «Траекти Воучес» из Утрехта, а также сводного хора «Гостей» и столичного коллектива «Спел Белой Руси». Варштат стартовал неделю назад. В течение этих 7 дней на базе музыкальных колледжей Минска и Гомеля проходили открытые репетиции хоров, во время которых своими наработками и исполнительскими технологиями делились друг с другом 2 коллектива. Результат культурного хорового обмена показали на концерте в колонном зале Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Следующая неделя будет также щедра на культурные события. Но посмею предположить, что в центре внимания окажется международная акция «Ночь музеев». 18 мая картинная галерея Гавриила Ващенко превратится в единое культурное пространство для всех влюбленных в кино. В 18 часов здесь начнется Open Air под названием «Кино-арт». Мастер-классы по созданию фильмов, кастинги начинающих актеров, фотозоны по мотивам всеми любимых киноэпизодов и многое другое. В завершение вечера гостей праздника ждет показ фильма на свежем воздухе.
Название картины пока сохраним в тайне. А на следующий день, 19 мая, гомельчан и гостей города ждет феерия во дворце Румянцевых и Паскевичей. Ночь музеев 2018 здесь пройдет под девизом «Non solum classic» – не только классика. Организаторы обещают стереть границы между эпохами, странами и стилями. Танцевать фламенко можно будет в колонном зале 18 века. Если же вы пожелаете примерить на себя образ гейши или русской царевны, вам этот шанс также предоставится. Ценители живой музыки найдут свое особое пространство, а в завершении вечера всех ждет шоу барабанов под открытым небом. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.